Этот проект «Спортивная пенсия», прежде всего, я хочу поблагодарить администрацию города Абакан, потому что это наш совместный проект, который направлен как раз на популяризацию. Именно зона отдыха нам подсказала, что нужны активности, и не просто люди, которые занимаются, и нужно в том числе и какая-то такая разъяснительная работа. Ну и самое главное, у нас уже зарегистрировано более 40 федераций в республике, и каждая федерация, в том числе, нужно себя популяризировать. И эта площадка как раз в том числе и направлена на это, что каждая федерация, в том числе рассказывая о себе, оказывая своих занятий, будет привлекать в том числе в свои ряды, так сказать, новых сотрудников, новых участников, новых как бы желающих заниматься тем или иным видом спорта. Поэтому вот такой вот большой проект, тем более, что всегда нас радует лето, и здесь в летнее время прийти на лужайку, потренироваться и рассказать о своем виде спорта. Поэтому я надеюсь, что, ну и сегодня это подтверждение, что абаканцы нас поддерживают, да и гости, и подключаться будет к этой программе. Поэтому я, ну, мне радостно и приятно, что такой проект мы начинаем. Летние пятницы для жителей и гостей Абакана будут полезными и здоровыми. На площадке в парке культуры и отдыха каждый пятый день недели горожан будут встречать тренеры со своей спортивной программой. Сегодня торжественное открытие и первые тренировки. Сегодня здесь, на спортивной пятнице, абаканцы могут попробовать себя в спортивной аэробике и гимнастике. А на следующей неделе здесь будут проходить единоборства. Итак, каждый новый вид спорта будет проходить здесь, на этой площадке, до самой последней пятницы августа. Несмотря на то, что для республики такое мероприятие в новинку, жители Абакана с удовольствием принимают участие во флешмобе по спортивной аэробике. Планируют посещать каждое занятие и даже приводить сюда своих детей. В самый разгар отпусков и каникул спортивная пятница как нельзя кстати, ведь подросткам и их родителям уже не придется ломать голову над тем, чем же занять себя в теплые летние деньки. Пришли первый раз, очень нравится, хорошая идея для молодежи, для детей, чтобы чем-то увлечь летом. Будем стараться, мы же маленькие, нам сейчас что делать, гуляй да гуляй, то есть такие мероприятия вместе с сестренкой будем посещать, обязательно стараться. Это будет полезно, во-первых, детей, родители будут знать, куда можно отдавать, в какой спорт, какие вообще есть спортивные секции у нас в городе. Дети будут развиваться, родители тоже будут поддерживать своих детей, тоже может дети будут родителей учить. Проект «Спортивная пятница» не только не оставит равнодушными жителей города, но и поможет открыть для себя новые грани своих возможностей. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Ксения Рехлова, Александр Кожевников, новости.